сорт яблока Леголь. Полное плодоношение на МДО, там под боем. Плоды красивые, выровненные все, крупные. Нормировка была, одно яблоко на соцветие. Завязано было по 3, по 4 яблока, по 2. То есть обрывалось цветов, оставлялось одно яблоко. Да при том, при всем, что ланка волохата, на нем сидела, хавала все цветочки. Думал, что его не будет, а оно прекрасно себя показало. Яблоки вкусные. В том году было сигналки, как в этом году на Ориве, на Ализе. Попробовал, очень сладкое, с ароматом, сочное, хранится до весны без проблем в подвале в обычном. Ну, чтобы только влажность была не меньше 85%. Потому что если сухой сильно подвал, то яблоки вянут к Новому году. Сорт шикарный. Польский, ну с Польши что привозят яблоки, они там не дозревают, они не набирают ни вкуса, ни цвета такого, как у нас на Украине, Полтавская область. Отлично. Полное плодоношение. Килограмм 35 на нем висит отменных яблок. Улеплено все. Яблоки такие не маленькие. Под 300 грамм. Если его пронормировать сильнее, то были бы они покрупнее. В том году были у меня сигналки, там тоже штук 15, то они были под 500 грамм. Он тут как улеплено все то. Естественно, чуть-чуть меньше. Ну, сорт достойный, мне он очень нравится. Я его всем рекомендую. Будет радовать на четвертый год. Вот этот саженец тут 4 года. Высота у него вот, до последних яблок 2,5 метра. Бамбуковая этот палка 3 метра. Это у меня на шпалерах. Сделан индивятый. 3 метра вот идут. Яблоня 2,5 метра. Прекрасный урожай. И в объеме она метр. Супер. Надо тоже обрывать уже на хранение. Конец сентября. Яблоки уже готовы к хранению. Сорт бомбезный. И по вкусу, и по сладости, и по сочности, по всему. Кто у себя в саду посадит, будут рады плодам, плодоношению. Он тоже не сильно болеет. Обрабатывался. Я его от грибковых пару раз, от плодожорки раза два отлил. И, естественно, поливалась она, потому что лето очень сухое. Это все, весь бы урожай был бы на полу. Капельный полив спасает. Раз в неделю он поливается по 6-7 часов. Уж не хватает времени чаще приезжать. Ну и нельзя чаще. Потому что будут корни на М9 расти вверху, а внизу нет. Нижние слоя. Оно будет вымерзать зимой. Ай, блин, цветковой почечкой сорвал. Такие яблоки красивые. В интернете тоже их нету, но только в Беларуси один хлопчик показал его, а так у нас на Украине никто его не хочет показывать. Или не растет он у нас ни у кого, или не знаю. Людям интересно. Потому что то, что продается в супермаркетах с Польши, то не то чуть-чуть. Но не набирает того, что набирает оно у нас на Украине. Всем рекомендую это яблоко. Вот и крупные. Стоящие.